Так, двинули к заданию Клары, после этого двинем на остальные задания. Хотя с Кларой, наверное, я не закончил. Лучше, чтобы говорила... Ой, я ее ударил, походу. Спасибо, вы так помогли детям этого города. Я тебя правильно понял? Я герой? Мы собрали все, что смогли, чтобы отблагодарить вас. Спасибо, Клара. Какая прелесть. А, это, то есть, это все задание, да? То есть, это все, что надо было, это прийти к ней и поговорить. Окей. Я думал, там действительно будет задание, но если это чисто разговор, то вообще не проблема. Так, теперь давайте к Аберлайну сходим. А как к нему лучше пойти? Вот в чем вопрос. Сюда прыгать. Видите ли, на всей карте очень полно точек. Тем более я купил для этого района, насколько помню, карту сокровищ. То есть она показывает все, что я не нашел. И я не хочу это все искать, потому что это все очень долго. То есть, если у вас не стоит задача выполнить вашу игру на 100%, играть, находить все эти вещи, просто не имеет смысла. Вот в чем проблема. То есть, они добавляют вам, то есть, минимальная какая-то радость будет. Опять же, это все на уровне, если хотите, вы можете этим заняться. Я, к сожалению или к счастью, я не хочу этим заниматься, это очень долго. Ну, даже не так. То, что не хочу этим заниматься, этим заниматься для съемки, потому что это будет, во-первых, долго, во-вторых, бессмысленно. Спасибо. То есть я получу какой-то профит с этого, но минимален. Идем к Аберлайну, поразговариваем с ним еще, получим свой профит. И после этого война банд, и все, в принципе, мы больше после этого ничего не будем делать, только основные задания. А нет, забыл, там еще есть Дарвин. Задание Дарвина, вот его я еще буду перед тем, как идти на задание Драки Банд. А потом основные задания, как бы, изначально все. Именно в таком порядке, как сейчас Аберлайн, потом Дарвин, потом банды, потом основное задание. Все. Больше ничего из других. Что там можешь дать? Это тебе! Спасибо. Здорово! Да, нет, действительно здорово, потому что мне не приходится бегать и искать. Но. Проблема в том, что они не так много раздают мне, отдают мне, точнее, чтобы мне это прям... Ну и плюс я не так много потратил... Вот, еще одна единичка. Итого их уже 4, или сколько? Да, 4. А мне нужно 6. Будет мне счастье. То есть еще 2 единички. О, Фредди! Еле узнал в полицейском мундире. Вы хорошо приоделись. Я безмерно благодарен вам за помощь. Вы сумели добиться невероятного. И удачи вам в ваших начинаниях. Прекрасно, с Аберлайном мы поговорили. Грегори. Тьфу, Грегори Генри тоже появился. Но мы, в принципе, у Генри тоже все прошли, поэтому почему-то давайте. Давайте с Генри поболтаем тоже. Черт с ним. Я не уверен, честно, будет ли для Генри это последний разговор. То есть, может, он и будет дальше еще задание выдавать.
А может и нет. Черт как поймет этих людей. Ну, долго что-то перемещает. Отлично. Вот и вы. У меня кое-что есть. Генри, не стоило. Еще подарки? Да ты меня балуешь. Темплиеров все меньше, вынужден признать. Грачи успешно. Ты слышал, Иви? Успешный. Вы не теряли времени в Лондоне. Горжусь вами. Спасибо. И что мы получили, кроме «горжусь вами»? Наверное, ничего. Как, в принципе, и с другими двумя. Ну, Клара хотя бы обняла. Не то, чтобы я хотел, чтобы мужик ко мне полез обниматься, но все равно. Так, с этим мы разобрались. А, кстати, а сюда можно быстро переместиться? Нет. Остается банды. Диккенс, как я и говорил. О, Диккенс, Дарвин. И остается куча маленьких заданий, вот этих вот, гонки по кругу, похищение груза. Это все я делать не буду, честно вам признаюсь, не хочу. Это все очень муторно, очень долго. Этим заниматься я, если буду, то уже за кадром, и, честно, скорее всего, нет. Потому что, ну, какой смысл в том, чтобы пройти эту игру полностью? В этом именно моменте я имею в виду. То есть полностью получить все. Хотя я не знаю, там должна быть же еще груз, может, и буду воровать. Потому что там дают неплохие предметы редкие. Редкие предметы — это хорошо. Из этих предметов неудобно. То есть вот мне нужен меч, а его у меня нет. Как мне теперь думать? Правильно, мне нужно теперь долго и нудно искать, как этот меч получить. Где, возможно, какой-нибудь... Боже, скажите, я скажу. Купить карты, возможно, в одном из солдат сундуков он будет. Маловероятно, конечно, но может быть. А что? Я не знаю. Скорее всего, нет. Опять же. Вперед! Шевелись! Очень рад вас видеть. Вы как раз кстати. Похоже, в этом самом парке... Странное растение. Словно в курильне опиума. А, что со мной происходит? Так-то.
Вера. Вот и следы. Посмотрим, кто их оставил. А, вот тот. Они оставили быструю карету. Вот хорошо. Тут хорошая девочка. Ты пошла? Вот хорошо. Давай играй. Ну давай. Сироп спокойствия. Нужно его уничтожить срочно. Думаю, я знаю, где мы его найдем. Кому нужно пробить население Лондона? Кто способен на такое коварство? Определенно не доктор Эллиотсон. Кто тогда? Те, с кем мы боремся с самого прибытия в Лондон. Те, на кого работал Эллиотсон. Можете больше. Ваши враги не хотят расставаться с токсинами. Возможно, стоит ехать прямо перед ними. Уверен, испарение помешает им догнать нас. Превосходно! А теперь скорее уничтожим наш груз. Мы почти на месте. Твою мать! Ты с... Дарвин, ты меня расстраиваешь. Ладно. Если мне сейчас придется заново их всех ловить, это будет, конечно, дикая хрень. Просто дикая. Я не знаю, может, он застрял, я не смотрел просто. Ну, и на каком моменте мне нужно заново все это делать? Мои догадки были верны. Ядовитые испарения выделяют не цветы, а горшки. В них что-то добавлено.
Какой-то галлюциноген. Думаю, нечто похожее на сироп спокойствия. Нужно его уничтожить. Срочно! Думаю, я знаю, где мы его найдем. Кому нужно пробить население Лондона? Кто способен на такое коварство? Я не знаю, это, кстати, не определенно не доктор Эллиотсон. Но кто тогда? Те, с кем мы боремся с самого прибытия в Лондон. Те, на кого работал Эллиотсон. Можете больше. Боюсь, что ваши враги не хотят расставаться с токсином. Возможно, стоит ехать прямо перед ними. Уверен, испарения помешают им догнать нас. Что с ним творится, блин? Полегче. Превосходно! А теперь скорее уничтожим наш груз. Мы почти на месте. Так я уже добрался. В чем проблема? О, черт. Вы еще не скажите, что я сейчас взорвусь. Он ушел? Дарвин, я имею в виду. Потому что я его не видел. А, вот. Вроде ушел. Вот так авантюра. Бодрить, хорошо сказать. Жителям Лондона крайне повезло, что вы на их стороне. Крайне повезло. Что ж, меня ждут дела. Вы же без меня не пропадете? Должен, по идее. Хорошо. Это было, кстати, последнее, наверное, задание, которое у меня было по ребяткам, то есть нашим союзникам. Нет, вот еще одно появилось. Дарвин, коготь динозавра. Придется сбегать туда. Выбора нет. Я приступлю к заданию банд только после того, как выполню все задания по нашим партнерам, то есть Дарвину, Кларе и всем остальным. После этого я приступлю к бандам, а потом уже к основному заданию. А так у нас получается, видите, не могу приступить к основному заданию, потому что у меня просто висит это задание с Дарвином. Но это, скорее всего, уже либо последнее, либо предпоследнее задание. Дальше уже вряд ли Дарвин. Не, скорее всего, одно и все. О, может, зайдете? У вас прекрасный вкус. Спасибо. 10 тысяч у нас есть. А, у меня, правда, нету меча, чтобы выковать себе. Кроме кукри есть и другие варианты. Так, я хочу вот сюда сначала сходить, честно говоря. It's an escritoire.
почти на месте. Ящик есть, наверное, я его заберу. Чтобы потом, если что, вдруг захочу собрать все, чтобы сюда больше. Еще этот. И цветы. От Генри. Его гербарий, который он просил собрать. Так, сначала спускаемся в подвал, я там выкинул то, что уже нашел, эти части, а потом вот в Дарвин пойдем. Дарвин будет, какая-то барышня стоит. Странно, но ладно. Кто мы такие, чтобы переживать по этому поводу? Правильно, правильно. Мне очень-очень не нравится, когда происходит вот эта хрень, когда ты заходишь со светлого дня в темное помещение и некоторое время ты ни хрена не видишь. Очень бесячая фигня. Ставил себя как цель, в принципе, их найти все. Честно, мелодия красивая, но смысла в ней нет, пока, по крайней мере, пока не найдешь все. А если ставить себе за цель найти все прям эти диски с мелодиями, ну это реально, вы можете покупать карты из сокровищ и, в принципе, за этот счет выходить, так сказать, в нужные вам моменты, но я этого не делаю, во-первых, потому что это снова-таки занимает очень много времени. Плюс, да, это хороший костюм, я не спорю. Он наверняка самый лучший из тех, что доступны в игре на данный момент. Но зачем он мне? Полицейский арестовал мистера Дарвина и уволок, словно обычного проходимца. Этот полицейский, он не чист на руку, я уверена. Я так беспокоюсь о мистере Дарвине. Мисс Найтингейл, вы знаете, куда они пошли? Полицейский упомянул похороны. Кажется, я знаю, где это. Я покажу. Бедный мистер Дарвин столько натерпелся. Эти люди пытаются очернить работу всей его жизни. Безобразие. И мистер Дарвин уже не тот юноша, который колесил по свету. Мы пришли. Похороны проходят здесь. Идите. Я подожду здесь. Скрытно похитите полицейского. Нормально, блин? Полицейского, мать его, скрытно похитите.
Еще что, они все по двое стоят? Как? А, этого похитить именно нужно. Окей. Мы ведь подружимся, эй, да? Эй, ты что? Обойдемся без насилия. Что тебе нужно? Ответы на пару вопросов. Наглости тебе не занимать. Да, да есть такое. Весь прикол в том, что с ним некуда выйти. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господний. Я есть воскресение и жизнь. Выполнял приказ. Достойная работа. Арестовать старика и утащить его неведомо куда. Отвечайте, сэр, где мистер Дарвин? Я доставил его в секретное место. Ужас. Нам нужен транспорт. Против, что она со мной таскается, потому что мне придется за нее отвечать. Блин, все-таки кареты, ладно. Вот, хорошо. Не думаю. Итак. Он очень слаб. Нельзя ехать. Он очень слаб. Нельзя ехать, пока я не осмотрю его раны. Так осматривай. Они здесь! Вперед! Он здесь! Тебе не сбежать! Я не победим! Пожалуйста.
Отдохните, мистер Дарвин. Мы с сестрой скоро приедем. Все. Я не знаю, я надеюсь, это последнее, но скорее всего нет. Это скорее всего предпоследнее какое-то задание. Последнее. На последнее оно не тянет просто. Мы еще не убили того, кто хотел вот это вот Дарвина заколбасить. О, кого я вижу? Мы беспокоились о вас. Весьма неплохо держитесь, сэр. О человеке всегда судят по его друзьям. Я горжусь, что могу вас так называть. Все спокойно. Можете не уезжать. Мистеру Дарвину нужен отдых. Он отправляется к родным на остров Уайт. Отдых? Конечно! За работой над моей новой книгой. Вы должны восстановить силы, я настаиваю. Получение знаний просто прекрасно помогает восстановиться. Ну, скажите. Пожалуй, даже я не рискну, сэр. Спасибо за все, друзья мои. Идеи, как и люди, могут свести лишь на свободе. Оказалось, что это последнее задание. Кто бы мог подумать, правда? Неожиданно обрывается линейка с Дарвином. Не то чтобы я против. Коготь динозавра. Прикольно. Смотрим. Тут у нас ничего. Поезд. Все. Осталось задание с бандами. И после этого, в принципе, все. Останутся только с... Боже, как их называют, скажите. И останутся только задания основные. То есть сейчас одно еще висит, основное с Джейкобом, а потом еще, наверное, одно или два. И все. А может, это последнее основное задание с Джейкобом? Не знаю, сейчас посмотрим.